Сегодня в Париже состоится презентация новой коллекции Джулиан Зиггерли. Коллекция называется «Я, моя кошка и снова я». Мы находимся в просторном, полупустом двухэтажном помещении, где с легкостью разместились все образы из новой коллекции. Атмосфера по-домашнему уютная. Коллекция посвящена ощущениям, которые, надеюсь, всем знакомы. Чувству комфорта, гармонии с собой, со своим окружением. Я использовал привычные принты, например, леопардовый и камуфляжный. Казалось бы, принты совсем не новые, но я интерпретирую их по-своему. Коллекция получилась уютной, теплой, домашней, при этом немного андрогинной и оттого дерзкой. Мы стремились к тому, чтобы презентация отражала настроение и атмосферу коллекции. В этом нам помог бельгийский режиссер Флориан Фишер. Вместе нам удалось воплотить все задумки в жизнь.